Мутки московские, грязная камера. Теперь мутки балийские, чистая камера. Доброе утро. 49-й день моего ежедневника стартовал. Я потренировался, мы едем есть. Мы опять приехали в Траторию. Вот она, итальянский ресторан. Тут итальянские разные, короче, еда, но... Суть в том, что у них скидки 50%, очень дешево. А самое главное, что это называется тратория, а не тратория. Тратория. Тратория, как пиццерия. Не слушайте ее, она не права. Маша, тоже запомни, не слушай ее. Это все обман. Мы на самом деле в Сибири. Сейчас перекусим, а потом Крис нашла какой-то новый салон, в котором можно привести волосы в порядок, потому что перекрашенные волосы, оказывается, отрастают. Короче, мы идем в какое-то довольно пафосное заведение. По крайней мере, это самое пафосное место. Я был в одном, а это самое пафосное. Ну да, здесь консьерж есть и бар, поэтому... Диджей. И диджей. Так что да, это самое пафосное место, в котором я был. Good. Окей. Ну это прям типа... Это я. И я себя чувствую бедно. Честно говоря. Выглядит это все довольно прикольно. Он у девушки такой же цвет волос, как у меня был. Здесь абсолютно крутая атмосфера, супер вообще выглядит это все. Работает кондиционер. Мне известно, русские ребята открыли это место и сами обучили местных ребят, чтобы они вот работали. Сейчас мы получим консультацию по покраске и будем принимать решение. Но подстричься я точно здесь подстригусь, за 300 тысяч можно сделать. Короче, обмен денег. Вроде по курсу, притом неожиданно оказалось, что курс на вывески меньше, чем тот, который нам дадут. Нам дали копию, и все, все изи. Теперь просто. Мы миллионеры? Теперь у нас есть на 1 300 000 местных тысяч больше. Как красиво нам разложили. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Самые офигенные, радостные люди. Я так... И каждый раз, когда с ними взаимодействую, они какой-то супер энергетический позитив. Потому что они счастливы просто от самого факта жизни. Кайф. На этом 49-й день моего ежедневника заканчивается. Вот с таким вот замечательным устройством. Выхожу в лайв в ТикТок. Я с вами прощаюсь. Делайте что-то новое. Открывайте новые грани. Находите в себе запасные резервы. И все у вас будет получаться. Я в этом абсолютно уверен. Палец вверх. Всех обнимаю. Пока-пока. We'll be right back.